Samsung i900. Разбор. По версии производителя, первоначально аппарат носил имя Omnia, что в переводе с греческого означает «все». И действительно, этот аппарат может почти все, что требуется от гаджета в современном мире. Начинаем разбор. Выкручиваем 4 болта из задней части телефона. Металлической лопаткой освобождаем фиксатор в аккумуляторном отсеке. Той же лопаткой поддеваем заднюю панель по всему периметру телефона и снимаем ее. Отщелкиваем коннектор камеры, коннектор дисплея и коннектор антенны. Затем открываем системную плату и отщелкиваем коннектор клавиатуры и тачскрина. Далее при помощи инструмента аккуратно отклеиваем наклейку, стараясь не задеть шлейф, расположенный под ней. Отверткой поддеваем верхний модуль и снимаем его. Откручиваем два винта из средней части корпуса телефона и снимаем металлическую рамку с клавишами. С помощью инструмента отклеиваем подложку передних клавиш и микрофон. Очень аккуратно с помощью металлической лопатки поддеваем тачскрин и снимаем его. Той же металлической лопаткой аккуратно поддеваем дисплей и снимаем его. На системной плате находятся флеш-считыватель, SIM-считыватель, коннектор АКБ, клавиши громкости, контакты антенны, коннектор дисплея, коннектор камеры и динамика, разъем инженерной антенны. С обратной стороны системной платы находится коннектор клавиатуры, коннектор тачскрина и системный коннектор. Телефон разобран. Дальнейшему разбору конструктивных частей Samsung i900 посвящены иные ролики. Нам остается только показать, как выглядит полностью разобранный аппарат.